И всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, и сегодня я вам покажу, как можно извлечь аудиодорожки из видео в программе Adobe Premiere Pro. И для этого нам потребуется сначала сделать видосик, но, наверное, у вас он уже будет. И чаще всего вот такая проблема встречается с теми, кто пользуется программой OBS Studio для того, чтобы записывать ваши ролики, потому что там можно сделать много слоев аудио, и тогда вы сможете использовать их в своих видео. Сразу, например, микрофон на отдельной линии, а аудио с компьютера на другой линии, так чтобы ваше видео можно было потом отмонтировать и сделать его как можно лучше по качеству звука. Давайте мы сейчас зайдем в папочку, где у меня этот видосик находится. Этот видосик у меня сейчас записывается, и вот этот вот видосик, это у нас будет тестовый, на котором я вам покажу, как это все делается. Давайте я вам покажу, что сейчас на нем есть две аудиодорожки. Вот мы слышим, сейчас у нас одна аудиодорожка, это музыка у нас, то есть это звук с компьютера. Далее мы идем в воспроизведение, здесь у нас дорожка аудио, и вот вторая наша дорожка аудио, где я что-то говорю. В видео содержатся две активные звуковые дорожки. Да. Вот именно, содержатся две звуковые активные дорожки. То есть у нас на одной дорожке музыка, на второй дорожке у нас наш звук с микрофона. Давайте зайдем сейчас в нашу программку Adobe Premiere Pro и закинем сюда наше видео. Вот сюда вот. Что оно у нас перешлется. Вот оно есть. Мы его закидываем сюда, и, к сожалению, у нас тут только одна дорожка. Иногда бывает так, что там уже сразу две, но иногда Adobe Premiere дает такой сбой, что, к сожалению, есть у нас только одна аудиодорожка. Кстати, в Sony Vegas тоже иногда такое бывает, что я сейчас уже Sony Vegas не пользуюсь, потому что у меня есть Adobe Premiere Pro, и он гораздо удобнее, чем Sony Vegas. Конечно, сейчас найдутся те, кто будут говорить, что Sony Vegas лучше и лучше, но для меня, ребятки, реально Premiere Pro стал просто незаменимой вещью. В нем можно делать больше всего, чем в Sony Vegas. Он намного удобнее и быстрее, и качество намного выше. Так что для меня именно Adobe Premiere Pro. Как для вас, то, пожалуйста, решайте сами. Не надо мне тут говорить, что Sony Vegas лучше. Для меня именно Premiere Pro лучше. Как мы видим, что у нас здесь всего только музыка на фоне имеется. Вот. Чтобы извлечь аудио, нам нужно нажать на наш клип, вот наше аудио. Ой, какое аудио, это наше видео. Нажимаем на него и заходим во вкладку клип наверху. Далее мы заходим в параметры аудио и нажимаем извлечь аудио. У нас происходит извлечение аудио, и вот они, наши две звуковые дорожки. Может быть, там даже 7, может быть, 8 звуковых дорожек. И все дорожки окажутся именно здесь. Здесь, как мы видим, у нас предоставилась одна всего аудиодорожка, главная, которая находится на первом уровне в OBS. И теперь, если вы случайно удалите отсюда аудиодорожку, то эти аудиодорожки можно найти в папочке с вашим видео. Вот здесь у нас находится видео наше, и вот тут уже сразу появилась две наши звуковые дорожки, первая и вторая. То есть, теперь, чтобы вставить эти аудиодорожки, если нам не нравится вот то, что вот здесь вот у нас все связано, нажимаем на... выделяем вот наш объект, нажимаем правой кнопкой и отменить связь. У нас отменяется, убираем отсюда нашу вот эту ненужную аудиодорожку и вставляем наши две аудиодорожки. И вставляем две наши аудиодорожки. И теперь наше видео содержит две. У меня тут, конечно, со звуком небольшие неполадки, потому что я немножко все настраивал, тут под видосики делал. В видео содержатся две активные звуковые дорожки. Вы все поняли, все есть, все на месте, все не теряет никакого качества, все на месте, все прекрасно и все работает. Ладно, ребятки, спасибо, что смотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. И нажимаю, и я уже запутываюсь просто в своих словах. И не забываем подписываться в нашу группу ВКонтакте, где мы постоянно найдем всякие новые новости, конкурсы и так далее. Что всегда нравится моим подписчикам и моим зрителям моего канала. Моим зрителям, моим подписчикам, моим... Ладно, спасибо, что смотрели. Давайте, ребятки, всем пока.